Я думаю, что я соглашусь, наверное, со многими нашими экономистами и политиками, что эта история между Россией и Украиной никоим образом не повлияет как ни на российскую сторону, так ни на западную. Никому не выгодно применять все эти санкции в реалии. Почему? Потому что только применив санкции против России, та же самая Германия лишится большого рынка, российского рынка. Соответственно, у нас очень много природных ресурсов, от которых зависит западная экономика. Поэтому мне кажется, что это несколько, скажем так, бездумный ход будет со стороны той или иной стороны.